Доброго времени суток. Хочу вам показать видеообзор на вытяжку Gefest. Вот ее номер. Давайте рассмотрим, как она вытягивает. У нее два положения. Вытягивает она отвратительно плохо. Вот если крайнюю взять конфорку, если работает на крайняя конфорка, то мы видим, что дым проходит мимо вытяжки. Из самой работы у нее два положения работы вентилятора, но когда переключаешь между первым и вторым положением, моторчик по скорости никакой разницы больше не чувствуется. Также оно и мотает. Вот если варим на крайний, вот сейчас вот вам видно хорошо, что проскакивает дым мимо, это второе положение включено вытяжки. По отзывам, эта вытяжка как позиционировалась, как прекрасная вытяжка. По работоспособности она рассчитана на кухню квадратов 8 метров, 8 квадратных метров. У нас хрущевка 5 квадратных метров. И вот мы видим, что она не справляется. Если готовить пищу на крайних конфорках, то вот она еще видно, что справляется. Вот сейчас вот в край туда. Если по замечаниям, есть вот такое маленькое замечание, вот эти вот щели, они не заделаны на заводе. Дальше, что касается сетки, которая позиционируется как жироотлавливающая сетка, мне кажется, ячея большая, но время покажет. И еще, что про нее сказать. Два положения они незначительны, свет прекрасный, и из единственных плюсов, это если только, это ремонтопригодность. Так как моторчик стоит сверху, 120 размер, я думаю, моторчики такие можно обыкновенно покупать. Все, судите сами, видеоотзыв я бы поставил пока троечку с натягом, время покажет.